Сбивать только хилки. А какие-нибудь шаманы могут вообще к нему постоянно спиной стоять и только на хилку поворачиваться. Кто хилки сбивает? Ну я сбиваю, я сейчас все 16,5% меткости сделал. Два человека, Алоэ сбивает хилку, и его страхует Кирс. Хватит тогда, когда я на луч перевожу, я моба отбил. Сало две минуты. Крепко стоит. Маги тоже могут сало сбивать, по идее. Так подстраховать. В идеале любой РДДшка, кто может кикнуть каст, должен страховать. Просто фокус жреца брать и все. Сейчас, если буду переводить, буду стараться говорить, чтобы страховать. Потому что когда я его вожу, я не могу ему касты сбивать. Я от него отхожу, и все, он кастует возвращаться. Давайте, баф обновляется, сопрот у кого кончился. Тоже перепейте. Жучок. Убил. Че на пол? Пока не пульнули, скажу вещь одну. Можно облегчить на спите коста, не брать фокус. ДБМ все равно орёт как-то красно. И аренский макро сделать через... Как там? Боя на 4 или как-то прокурить. Через старый, типа, человек в группе. Не помню. Роги, все есть, готово. Анонсит он, отворачивается. Я не заберу с тебя. А, забрал. Отвернулись, отвернулись. Кого есть? Отвернулись. Энджи, поднимай Розаря. Три секунды, я заворачиваю. Отвернулись.
типа 19. Ладно, не я. Ну сразу две одновременно ловить, это такое себе занятие. Акула объяснял, что если у танк ловит дебаф, к нему бегают 2 миль пары РДДшек. Я запамятовал. Умрете. Мобов выходит... Блять, сейчас, как же это правильно сказать-то, блять? Мобов выходит 3 раза по 2, правильно? Или 6 раз по 2? Как выходят мобы, блядь? Когда мы переводили босса на вторую фазу, появлялось 6 этих ебаных чудовищ. Правильно? 6, то есть до перепаски было 6 мобов всего. То есть было 3 раза выходили мобы по 2 моба. Жрец и провидец, правильно? Верно. Япончик, ты тут? Да. Спекни с ДЦшку. Вопрос. Если мы будем переводить, одного моба превращать, а одного нахуй сливать, то на переходе появится 3 чудовища, правильно? Да. И что, мы, может быть, так будем пробовать? Это плохая идея. Нельзя убивать самим вот вручную никого из этих гуманоидов. Это потеря ДПС. Бля. Ну то есть мы стеряем ДПС на этих адов, потом из них вылазят еще ады, и мы еще туда дамаг даем, но как бы это очень значительная потеря. Ну так убить, когда убиваешь чудовище, 5% хп отнимается у босса, да? Да, что-то вроде отнимается. Я не смотрю. Ты это сейчас говоришь про вторую фазу, которая сейчас вообще никаким боком не относится. На первой, почему когда чудовище ведет? Убиваешь, не сносится 5%, да? Конечно, нет. А Лава, на второй сносится? Да. Ну, блядь. Я думал, блядь, типа правильно надо бить 3 вот этих. Думать не надо здесь. Не об этом сейчас суть. Появляются одновременно 2 ада. Танкам сложно их словить. Первый раз появилось. Если они вместе первый бегают, раз появилось. Если они вместе бегают, там еще от луж двойной дамаг идет. Вам нужно переводить так, чтобы второй ад переводился, когда уже первый стоял достаточно далеко. Потому что тогда не будет шотов вот таких вот, как сейчас. Это уже не один пул происходит. Первый я раз появилось 2 моба, Полина. Первый раз. Нет. Одновременно первый раз. Ну там хорошо, задержка была секунда, секунды две, отвести не успели. Мобы пошли по рейду. Хорошо, вот так было. Ну, были практически одновременно, и это уже не раз. Я вот нихуя не понимаю. Как делаем? Набираем на провидце стаки, потом он превращается... Вначале нужно ЖТ 20 стаков, он превращается в воплощение. Вначале жрец 20 стаков, потом провидец 20 стаков. Сейчас тут мой народ идею кину, попробую сделать, чтобы перепишет. Вот тебе идея с мосом, леща под и легенда ледовать, чтобы быстрее. Поганище, это птица вот эта. Да, ну там мишенки есть. Ну сразу надо блокировать моментально. То он по хилам идет. И сразу отводить, потому что дамаг от лужи по рейду идет. Шкаф с умоной япончика. На жрецах аловина стоит.
Да. Еще раз объясняю. Если на офф танка кидается дебаф, что его подкинет две роги сразу же к танку, вместе с ними там один или два РДД, подбегите тоже, чтобы танк не подлетел. Как-то ты не успеет, наверное. У нас есть мобильные классы в виде магов, там, хантов. Ну, да. Локи еще портал могут скинуть. Три человека вроде, да, надо, чтобы перекрыть? Или два? Я не помню, три или четыре. Поставьте портал, вот сюда, или девочку. Я просто помню, там на вилке было написано «перекрывают трое». Так это с учетом трое, кто подлетает, или с учетом трое, кто подходит? Четвером должен стоять там, или просто... Включай на баф пул. Смоки портал скинь. Пойди туда, вот где я. Вот звездочка бегает, вот первый сюда. Второй. Ага, ты меня с какой целью взял? Просто тупо диспелить или что? Что мне делать? Как быстро? Вешать, диспелить. Все, что делает ДЦ. Монаров чего не хватает? Не хотят. До маги подбежим, наверное. Майзика. А вот ты завис. Сейчас одновременно будет два. Я подошел странно. Мосс, подними Войда. Yeah.
вернулись. Был уже. Бэр, у кого есть? Кого-то поднимет надо. Ладно, падаем. Хороший пул. Вы умрете. Как-то рыбе, наверное, надо смещаться влево или вправо, по часовой или против часовой, чтобы хилить. За кровь высокорожденных! Неплохой пул. Короче говоря, сейчас ЕП дам за трое. Не буду вас тут задерживать сегодня больше, а завтра мы продолжим. Все, я не смогу разговаривать, у меня спать. ЗС не пойдем? Куда-то будет рейд? Так, ДВшники, ДП начислил, вливайте из рейда. Я покупаю бота, поэтому если куда-то пойдем, и все, уже ро. Мы куда идем?